Я очень люблю эту историю, в принципе. И когда мне предложили озвучить бабушку, я сначала очень удивилась, потом поняла, что это будет интересно, когда это совсем не характерно тебе, да, казалось бы, актерские, внешние. Тема интересней, роль на преодоление, можно сказать. Поэтому я люблю трудности. Жаник Фазиев лично позвонил и предложил мне это сделать. Быстро приняла решение, потому что мне это было интересно. Замечательная история, как будто попадаешь в детство, в свое собственное, в Советском Союзе. Поэтому очень трогательная и совершенно потрясающая девочка, главная героиня. И вообще весь актерский ансамбль замечательный. На мой взгляд, очень удачный проект. Все озвучила. Второй сезон полностью озвучен.